Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о дренажном сооружении, на которое называется Альпийская горка. Просьба не путать с американскими горками. Вот так она выглядит, друзья. Здесь еще осталось, значит, обсыпать или землей, грунтом вокруг, или песком. Или есть такое предложение раскатать здесь, уже готовую травку раскатать прям в матах. Будет вообще красота. Здесь у нас сегодня септик Диамант 5, принудительный. Значит, на вопрос, для чего такое дренажное сооружение, здесь по весне у нас, друзья, то есть у заказчика, вода УГВ поднимается вровень с землей. То есть нет никакой дренажной канавы, дренажные кольца здесь не пойдут, их затопит, будет перелив, перелив будет конкретный. Такая местность, не смотрите, что здесь сейчас все сухо, да, погода у нас такая стояла, что вода у нас ушла очень глубоко, септик поставили без проблем, даже на сухую подошву. Сейчас обсыпаем песочком, заливаем воду. Так, ну и все, начнем сейчас по порядочку, да, как делать сооружение Альпийскую горку и как она будет выглядеть у вас на участке. Друзья, такое сооружение дренажное делают только в случае высокого уровня, очень высокого уровня грунтовых вод, критического уровня, весной, межсезонье. Давай, давай, давай. Оп, готово. Отлично. Так, накрываем пленочкой геотекстиль. Трубу вывели 35 сантиметров над уровнем земли. Котлованчик уже готов, ждем септик, а эта труба у нас как раз подготовлена, пойдет она в септик к дренажному насосу.
Так, крышка конус, усиленная, пластик. Накрываем, хоп, выравниваем, все ровно, да, сразу село, да? И ножом вырезаем сверху, то есть в крышке. Так, растворчиком замазываем. Есть шпатель? Шпатель. Чтобы ровно было, чтобы потом для фотографии. Так, обмазываем растворчиком, со шпателем пройдем, все будет ровно. Так, ну что, почти закончили. Значит, у нас обмазали растворчиком, вывели к септику, от септика трубу. Накрыли геотекстилем. Сейчас еще дополнительно обсыпаем все щебенкой. Так, там шланг, да? Чуть-чуть его, да? Поехали. Оп. Так, ну все, друзья, у нас, значит, окончилась установка альпийской горки. Наливаем. Наливаем наш любимый септик Диамант. Воды нету, друзья. Шланчик с гулькин нос. Сейчас переделаем заказчику систему. Ставим нашу большую 32-ю трубу. Иначе мы этим шлангом будем заливать часа 3 этот септик. Потеряем уйму времени. Бригада не работает, бригада сидит, бригада недовольна. Сейчас все исправим. Ну а с вами я прощаюсь. Всем пока. Ждать я здесь не буду очень долго, поеду на другие заказы. Всем пока, друзья. Подписываемся на наш Инстаграм, подписываемся на наш Яндекс.Дзен, на наш YouTube-канал Тепловода-ВЗ. Заходим на сайт. Всем пока, друзья. Не болеем, не поймайте солнечный удар. На улице очень жарко.